Танцуют все. Сегодня для участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» прошла летняя танцевальная практика. Мастер-класс провела студия танца «Элеганс». В нем приняли участие 65 человек разного возраста. Самой молодой участнице 55. Подробнее в нашем сюжете. И раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три. И другую. Пять. 6, 7. Наталью Касьянову можно назвать долголетом со стажем. Здесь она с самого начала создания проекта. Активно участвует во всех мероприятиях, занимается спортом, рукоделием, творчеством. С удовольствием изучает новые активности. Сегодня пришла на мастер-класс по танцам. Здесь вот потанцевали, друг друга увидели. Здесь у меня очень много сердечных таких друзей. И такой заряд позитивный. В общем-то, не на один день и буду вспоминать. Я в восторге, я просто вот даже, ну, полный восторг. Но вы танцами раньше занимались? Что вы? Так в компании потанцуешь, под музыку подвигаешься и все. Хочется научить мне танцевать. Руководители студии «Элеганс» приготовили сегодня для участников мастер-класса обширную программу. Руководство этого замечательного летнего кафе «Княжий дворик» предложили нам провести совместно вот такое мероприятие, да, потому что у них позволяет помещение, замечательный большой летний танцпол, и предложили, почему бы и не провести подобное мероприятие. Ну, а в силу того, что мы, скажем так, легкие на подъем, мы всегда готовы ввязаться в любые авантюры, ну, для нас это не составило большой проблемы, и сегодня мы проводим этот мастер-класс. Вальс, кадриль, полька, санса, но сначала танцевальная разминка. Ее проводят ассистенты. И раз, переулком бродит небо, солнце льется прямо с крыши. Прощаем по кругу. Солнечного света. У нас уже был опыт преподавания, проведения мастер-классов для людей разного возраста. Ну, в этом нам помогает наш педагог. Главное просто показывать все движения, объяснять сначала медленно, потом уже ускоряться и под музыку. Как отмечают сами преподаватели проекта, для серпуховских долголетов важен не спортивный результат, а сам процесс. И возраст не является преградой для занятий танцами. Главное – правильно распределить нагрузку. Ведь благодаря движениям они заряжаются положительными эмоциями. Нам очень хорошо. Я уже не знаю, сколько годов сюда хожу в Меридиан. Все у меня знакомые, и мне 92 года. Вы прекрасно знаете, что не стареем мы душой. И вот они душой не стареют, они поддерживают все наши мероприятия по мере своих сил и своего здоровья. И, конечно же, мы не можем отказать им, сказать то, что вы пожилые, вы не будете все равно танцевать. Смотрите, наслаждайтесь, хлопайте в ладоши, улыбайтесь. Вот оно, долголетие, когда человек вовлечен в социум. Танцевальное направление в активном долголетии – одно из самых популярных. Серпуховичи старшего поколения с удовольствием осваивают от классических до современных танцев. Такой вид активности – один из наиболее эффективных способов поддерживать себя в хорошей физической форме. Он предотвращает атрофию мышц, а запоминание движений в танцах препятствует развитию нарушений памяти.